Молодец. Все львята поднялись на хую славы. Но пройти должно еще минимум 2 года, прежде чем они смогут сюда подниматься с другими львами. Друзья, сегодня радуемся за наших львят. Хоть сильный ветер, но... Парк Львов Тайган. Только тут вы можете увидеть. И третий. О, и перекличка львов. Хочется так, чтобы не затенять их.